В Иркутской области полицейские спасли двух дальнобойщиков, застрявших на дороге в сильный мороз. Об этом 4 февраля 2021 года сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону. Инспекторы ДПС, лейтенанты Александр Зубаков и Стас Шушков заметили съехавшую в кювет фуру. Водитель рассказал, что приехал в Саянск за грузом. Ночью он заблудился и уехал по навигатору не туда, а затем из-за гололедицы съехал с дороги. Инспекторы съездили в отдел, взяли там лопаты, песок и вернулись обратно. Помогли вытащить фуру. Разгрузился в Иркутске, приехал сюда на погрузку, чтобы отвезти в Башкирию. Это 20 тонн груза. Это у нас ПВХ. В 3 утра я заблудился по навигатору. Оказался не там, где надо. И в итоге было очень сильно холодно, до 40 градусов мороза. Я застрял, не мог найти дорогу. И тут у меня ребята из ДПС, которые помогли мне, привезли песок и лопату, помогли мне выйти из такой очень тяжелой, трудной ситуации. Спустя несколько часов Александр Зубаков и Стас Шушков на федеральной трассе Р-255 Сибирь увидели еще один большегруз. Как оказалось, водитель ехал из Ставропольского края, перевозил яблоки. Из-за сильного мороза машина заглохла. Чтобы как-то согреться, дальнобойщик развел костер из найденных на дороге шин. Но это в минус 40 не слишком помогло. Полицейские рассказали, что у мужчины были первые признаки обморожения. Инспекторы посадили продрогшего дальнобойщика в служебный автомобиль, напоили горячим чаем, после чего вызвали спецтехнику. Фуру отбуксировали на ремонт.